Прочь, живо! Здесь пропал тот, чьей судьбой мы озабочены. Возможно, похищение зафиксировали камеры, как и все в этом городе. Что ж, я достану данные. Перед смертью не надышишься. Здесь есть хаб CTOS. Загружаю записи. Ну да, нашего потеряшку и правда арестовали. Поругался с Альбионом и получил пару ударов тяжелым ботинком в солнечное сплетение. Черт. Да, паршивые новости. Но есть и хорошие. Я знаю, где его держат. Отправляю координаты.
Итак, кое-кто из агентов не завершит эту операцию, потому что его оперируют. И то есть я теперь должна выполнять чужую работу? Разбираемся. Ждите. Диспетчер, не вижу цели. Стойте, или будете обездвижены. Где же тебя искать? Черт. Цель на таран. Никак нет. Цель не обнаружена. Диспетчер, возвращаемся на базу. Прием. Что ж, я на месте. Похищенный находится где-то неподалеку. Да будет немного. Не понял, что тут происходит. Извините, вход только... Это закрытая территория. Выходите. Это закрытая территория. Стойте, или будете обездвижены. Да кто? Срочно, Лиза. Ближайшие патрули, отзовитесь. Сдавайтесь. Отказ повлечет множество боевых. Продолжаю работу.
Альбион только что арестовал нашего агента. Так что если не повторишь его судьбу, ты мой фаворит. Умеешь ты подбодрить. Погнали, Бакс. Наш излишне безрассудный агент теперь сидит за решеткой. А лишение свободы плохо сочетается с революционной борьбой. Боюсь, встретимся мы не скоро. Но вот тебе подсказка. Почему бы не завербовать в команду юриста? Конечно, их никто не любит, но эти пройдохи могут быть полезны. Например, им под силу сократить срок тюремного заключения наших агентов. Просто жесть. Нашелся. Был у Альбиона. Логично, да? Реально? Чуваки, вы рулите. Буду должен. А чё, хочешь бороться? Не со мной, в принципе. За детек. Ну, давай, чё. Внимание. Внимание. Пробито колесо. Внимание. Критические повреждения. Покиньте транспорт. Прости, мне и без того хватает проблем с Альбионом. У кого-то явно припекает. Неудивительно, что у него плохое настроение. Альбион серьезно ограничил ему доступ к данным. Поясни. Он расследовал сомнительную деятельность пары оперативников. А как ты знаешь, Альбион обожает прозрачность.
Если бы там ничего не было, Альбион не подорвался бы. Надо искать, да? Ладно, отправляю тебе их координаты. Расследуй на здоровье. Оперативники Альбиона, которыми интересовался наш протеже. Стоит поискать информацию в их оптиках. Странные все. Теперь точно будут сниться кошмары. Разойтись! Ищем его! Дрон, начать поиск! Черт! Предупредите все посты! Чисто, иду дальше! Ну, и где ты прячешься? Там стрельба! Лови данные. Провожу анализ. На это уйдет время, так что пока просканируй второго оперативника. Все обыскать.
Бегли, чего хорошего расскажешь? Могу дополнить портрет человечества парой нелестных штрихов. Эти двое хватают прямо на улице лондонцев без документов, несколько дней с наслаждением их избивают, а потом высылают из страны. Ни намека на законность процедуры. И все это в логах оптиков? Они ведут дневник злых поступков? Если изучить записи с портативных камер и историю сообщений, можно найти море информации. Кажется, они ничего не боятся. Отправить все это нашему другу. Ага. Бегли, договорись там. Пришлите помощь! Биби, свежие новости из первых рук. Брысь, тупая железяка! Да, вот, держи. Собрание численностью больше 5 человек будут разгоняться. Оттуда.
Все на поиски! Дро? Значит, ты из Дотек? Верится с трудом. Ну да ладно. Спасибо. Я знал, что Альбион не ангелы, но это какой-то совсем уж ад. Вот бы опубликовать это. Но пока не могу. Ты это о чем? Я охочусь за ними в первую очередь, потому что они похитили мою подругу. И если эти сведения всплывут слишком рано, ей придется туго. Да без проблем. Мы обожаем спасать людей от Альбиона. Спасибо. Если вы мне поможете, я верну долг. Мужик сказал, мужик сделал. Я выяснил, где именно держат подругу нашего протеже. Засылай координаты. Подругу нашего протеже держат в одной из камер. Без оформления, разумеется. Спорим, эти уважаемые отморозки хотят избежать официальной процедуры? Да, все ясно. Пора мне там пошариться. Сектор чист. Перемещаюсь. Не вижу цель. Прекращаю поиск.
Успокойся! Что ты делаешь? Правду говорю. Ударить тебя во время секса. Что это? Она здесь. Вызвали ее. Патрули, отзовитесь. Цель найдена. Атакуем. Поздравляю с великой победой. Я свяжусь с нашим протеже, когда его подруга будет на свободе.
не искать. Сьерра 4-2. Это диспетчер. Тут никого. Рядом но вряд ли это ложная тревога. Проверьте. Похоже, хвоста нет. Все в норме. Твоя подружка в безопасности. Жми кнопку «Отправить». Спасибо. Не уверен, что хоть кто-то задумается, но хотя бы за подругу можно не волноваться. А чё, хочешь бороться? Не со мной, в принципе. За детек. Ладно. Ладно, я в деле. Всем патрулям. Подозреваемые в вашем районе. Принято. Ведем погоню. Из поля зрения. Прием. Прекращаем поиск и возвращаемся. Нет, я в курсе. Да. Привет. Здорово. Все, не могу поверить, что мы этим занимаемся. Кажется, будто пропустили обучение. Ай, да забей. Я вот, например, всегда был самоучкой. Веришь, что вчера я едва не разболтал агенту Сирс под прикрытием, где наше убежище? Чуть не подставил всю команду, понимаешь? Да, понимаю. От нас многое зависит, и не уверен, что мы готовы.
Привет, чё как? Привет, знаешь, я в смятении. Ощущение, что я играю в какую-то странную игру. Нам бы еще костюмы прикольные. Но не, тут все по-серьезски. Надеюсь, что я не ударю в грязь лицом. Ага, я ему уже сказала. Ага, боже, да, все так. Нет, в общем, ты... Ага, я так и сказала. Просто позвонишь ему и... Ага. Ага. Да? Угу. Ага, да.